Мишка! Привет! Смотри, что это у меня? Какой-то чемоданчик. А у него три дверки. Синяя, оранжевая и желтая. А что это за чемоданчик, интересно? И что там внутри? Сейчас мы это узнаем. К нему у меня есть три ключика. Синий, оранжевый и желтый. Давай попробуем открыть. Синий ключик в форме квадратика. Оранжевый в форме крестика. И желтый в форме треугольника. Открываем. Что же там внутри? Синий, оранжевый и желтый. Что же там внутри? Попробуем достать. Не достается. Ничего не вынимается? Ой, а тут какие-то кнопки сверху. Синяя в форме квадратика, оранжевая в форме крестика и желтая в форме треугольника. Попробуем нажать. Синяя, оранжевая и желтая. Вот они какие внутри машинки. Желтая, оранжевая и синяя. Бип-бип! Оказывается, ребята, это же гараж. Ну-ка, давайте покатаемся. Синий догоняй. Как здорово покататься. Осторожно, не столкнись. Катались машинки, катались, накатались и пошли спать. Ну, домой, в гараж. Стоп. Неправильно. Ребята, вы запомнили? Это желтый гараж. Это оранжевый, а это синий. Машинки все перепутали. Давайте вернем их на места. Желтый к себе. Заезжай. Синий к себе. Паркуемся. Вот так. Ну, и оранжевый. Не получилось. Бабах! Ну все, закрываем. Синий, оранжевый и желтый. Машиночки немножечко отдохнут. И завтра снова в путь. О, мы забыли закрыть. Синий, оранжевый и желтый. Пока. Ам-ням унюхал что-то вкусное. Ам-ням. Это же шарики Орбис. Помнишь, как однажды ты объелся их, и тебе стало плохо? Угу. Оттуда чем-то пахнет вкусным, и ам-ням не уходит. Ам-нямчик, это же не шарики. Наверное, что-то вкусное внутри коробочки. Попробуем найти это. Угу. Ам-ням куда-то убежал? Ам-ням возвращается. Что это ты принес? Удочку. Угу. Вот какая красивая у тебя удочка. Ну что ж, попробуем найти, чем это так вкусно пахнет. Поймаем. Угу. И вот решил ам-ням порыбачить. Ой, ам-ням что-то поймал. Тяни, ам-ням, тяни. Я помогу тебе. Это что-то тяжелое. Ох, молодец. Это же рыбка. Это не то, что хочет ам-ням. Значит, ловим дальше.
Ням-ням! Мы что-то поймали! Я тяну! Ой, это что-то тяжелое! Посмотри, что это! Я вытяну! Что это, Ам-ням? Ам-ням испугался! Что там у нас попалось? Это же акула! О, она какая большая! Но она не страшная, потому что игрушечная. Ну, Ам-ням, нюхай. Опять не то. Продолжаем ловить. Ам-ням, мы опять что-то поймали. И что-то очень-очень тяжелое. Придется помочь руками. Ох, какое тяжелое. Что это, Ам-ням? Смотри, Ам-ням, что-то появляется. Что это? Ого! Это какой-то странный бочонок нам попался. Ну-ка, понюхай, Ам-ням. Значит, это что-то внутри. Попробуем открыть. Ам-ням рад, но посмотрим, что там внутри. Ам-нямчик, готовься. Открываем. Ой, там еще один бочонок. А, желтенький. Ну, сейчас внутри мы что-то точно найдем. Открываем, Ам-ням. Ну, опять нету. Какой-то зеленый бочонок. Ну, понюхай. Ну, сейчас-то мы точно что-то найдем. Вот, оно уже близко. Опять бочонок? Сколько же их здесь? Ну, готовься, Ам-ням. Сейчас-то мы это точно вытащим. Что же там внутри? Ну-ка. Это же чупа-чупс, Ам-ням. Ам-ням, Ам-ням, Ам-ням. Угощайся, Ам-ням. Ну, съешь его чуть позже. Держи, ты его заслужил. Сколько же интересного таят в себе эти чудесные шарики Орбис. В следующей серии мы обязательно продолжим экспериментировать с этими шариками. Оставайся с нами! Привет! Познакомься, это мама утка. Сегодня у нее появились дети, маленькие утята. Вот их сколько, смотри. 6. Давай познакомимся с ними. Это Бояка. Смотри, как он пугается. Это Плакса. Это Добряк. Это Хохотунчик. Это Соня. Он все время спит. А это Обжорка. Смотри, как он облизывается. Вылупились цыплятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они какие красивые. Вышли на прогулку. Вот они какие у нас. Проголодались утята и попросили маму есть, запищали. Вот так. А мама полетела за червячком. И в этот самый миг на горизонте появилась страшная стрекоза. Она жужжала и летела прямо на них. Она уже приближалась. Что делать? До дома далеко. Нужно
надеть на себя скорлупки. Скорее, давай поможем утятам найти каждому свою скорлупку. Чья это скорлупка, посмотри? Оранжевые глазки и язычок. Это обжорка. Давай найдем его. Где у нас оранжевый утенок? Правильно, вот он. Смотри, скорлупка подошла. А кто это? Это у нас Плакса. Давай найдем скорлупку от Плаксы. Вот, Плакса. Скорее давай спрячем ее. Вот так. Подходит. А это скорлупка, наверное, Сони. Смотри, он закрыл глазки. Где наш Соня? Посмотрим, найдем его. Вот он. Это улыбка точно от Добряка. Где наш Добряк? Вот он, голубенький. А чья это скорлупка? Смотри, он смеется. Это же Хохотунчик с зелеными глазками. Где наш зеленый Хохотунчик? Вот он, правильно. Давай наденем скорлупку и спрячемся. Ну, а это осталась единственная скорлупка маленького Трусишки. Это Бояка. Ну, в данном случае он правильно боится, потому что стрекоза уже прилетела. Ух, полетала стрекоза и улетела. Не увидела она на белом фоне белых яичек. Вот такие молодцы у нас цыплятки. Прилетела мама, накормила цыпляток и повела их домой. Посмотри, вот их домик. Давай найдем каждому свое гнездышко. Вот наш Соня живет в треугольном гнездышке. Посмотри, какой у него треугольник. Давай найдем его. Вот он, правильно. Смотри, как хорошо сидит. Вот, это его гнездо. А Добряк побежал сам и залез не в то гнездышко. Смотри, он никак не может попасть в свое гнездо. Почему? Смотри, у него звездочка, а он пытается залезть в квадратик. Вот его звездочка. Смотри, как хорошо. Вот он как живет. А это Бояка. Давай скорее спрячем его. У него квадратик. Посмотри, вот он. И он подходит. И это Плакса. И она живет в домике с плюсиком. Вот он. Обжорка живет в кругляшке. Кто у нас остался? Хохотунчик. Вот его гнездышко. Там сердечко. Раз, два. Дети спрятали свои гнездышки, чтобы никакая стрекоза больше не прилетала. Спрятала мама утка своих детишек в домике, укрыла их своим теплым крылышком и больше никуда не отпускала, пока не наступит утро. И утята больше никогда не убегали одни, слушались маму и папу. И ты слушайся маму и папу. Пока. Привет! Сегодня к нашим друзьям Фиксикам приехал бульдозер. Здорово, ребята! Мне нужна ваша помощь. Чем мы можем тебе помочь? Мне нужен гараж. Мой старый гараж прохудился, и дождь попадает мне прямо в бульдозер. Он может заржаветь. Давайте все вместе поможем бульдозеру и сделаем для него гараж. Ребята, ну кто же нам поможет в нашем деле? Блоки такие тяжелые, кто привезет их? Это сделает трактор. Бум. Ура! Еще больше таких блоков. Чу.
Вот какой хороший получится у нас гараж. Стены будут крепкие, блоки у нас хорошие. А больше нам ничего не нужно? Нет, ничего. Главное, чтобы блоки были крепкие. И вот какой у них стал получаться красивый гараж. Но вдруг подул ветер. И гараж развалился. Ребята, что случилось? Почему гараж развалился? Мы сделали что-то не так. Что же нам делать? Нам нужно срочно скрепить эти блоки чем-нибудь типа клея. Что же нам нужно делать? Что нам пригодится, ребята? Правильно, нам нужен цемент. Этим раствором мы и соединим все блоки. А какая машина нам в этом поможет? Что нам сделать? Кого нам позвать? А ты догадался? Правильно, бетономешалка. Вот она. Бульдозер, как раз тут ты нам и можешь тоже помочь. Надо убрать все сломанные блоки, и трактор привезет новые. Спасибо! Ребята, ждем бетономешалку! Приехала бетономешалка, в ней постоянно крутится бетон, чтобы никогда он не застывал. Вот эта штучка, которая перевозит бетон, она всегда крутится вокруг себя. Нам поможет еще один грузовик. Выгружай сюда! Бетономешалка стала выгружать. Ребята, у нас мало времени. Бетон может застыть. Его нужно срочно размешать. Кто нам поможет в этот раз? Ой. Кто это? Нам пришел помогать. Это же миньон. А что в его руке? Оп! В его руке маленький миксер. А может и большой. Я помогу вам. Я размешаю вам бетон. Поднажмем еще немножко. Все. Бетон не застынет, когда у нас есть такой замечательный миньончик. Я буду помогать вам и подожду, пока гараж не достроится. Чтобы скрепить блоки бетоном, нам потребуется мастерок. Вот так. Вот так. Первый этаж. Вот так. Теперь добавляем раствор. Размазываем. Так делают настоящие строители. Кладем второй ряд. Вот так. Еще раствор. И третий ряд. И еще раствор. Промазываем, чтобы все было равномерно. Красиво.
Теперь крыша. А теперь мы его украсим. Вот так. Вот так. Ребята, спасибо вам! Он получился очень крепкий, этот гараж просто здоровский! Заезжай! С таким крепким раствором нам уже не страшен ветер, правильно? Вот так, вместе, дружно мы справились с очень сложной и важной задачей. Мы помогли другу, и у нас получился отличный гараж. Пока! Пока, ребята! До свидания! Мы еще увидимся! А я очень рад всегда помочь! Пока! Привет, ребята! Посмотрите, какой красивый домик построил поросенок по имени Ниф-Ниф! Вот какой синенький поросенок! И вот какой у него большой домик получился красивый! Он позвал к себе своих друзей. Вот, посмотрите. Раз квартира, два квартира, три квартира и четвертая, где живет поросенок. И от каждой двери у него есть ключик. Синенький, розовый, зеленый и желтый. А давайте с вами посмотрим, кто же живет в соседних квартирах. Вот какой замочек, желтенький, и ключик желтенький в форме крестика. Давайте открывать дверь. Раз. О, это кошечка. Вот какая желтенькая. Привет. А кошечка в форме крестика. Кто же живет в соседней квартире? Вот какая дверка розовая, а ключик желтенький. Вот такой. Замочек в форме треугольника и ключик в форме треугольника. Открываем. Кто это? Это зайчик. Смотри какой. Пинг-пинг-пинг. Вот такой. А в этой квартире живет? Посмотрим, какой замочек в этой квартире. Розовый. В форме квадратика. Открываем. Это Мишка, медведь. О, я медведь. О, вот какой Мишка. Ну, а в этой квартирке живет наш поросенок Ниф-Ниф. Вот такой домик. И вот однажды пошли ребята погулять. Ну, обязательно, вы же помните, ребята, нужно закрывать за собой дверь. И они закрыли. Поросенок синим ключиком. Вот так. Кошечка желтым ключиком. Вот так. Зайчик зеленый. И ключик у него зеленый. Вот так. А Мишка закрыл розовым ключом, потому что замок у него тоже розовый. Домик у нас построил поросенок, поэтому ключики, ребята, отдали поросенку. Вот так. И пошли они гулять. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Разбрелись по разным местам. А поросенок у нас заблудился. Нет поросенка. Собрались ребята вместе. Они поняли, что поросенка нет. И ключей от домика тоже нету. Что же делать? Не дождались они поросенка и вернулись домой.
Что же делать, ребята, подумали они. Кошечка сказала, мы можем залезть в домик через трубу. Давайте попробуем. И вот каждый из них стал искать свою трубу. Посмотри, какая труба у кошечки? Она в форме крестика. Вот она. Вот так. Нажимаем на кнопочку. Опа! И кошечка дома. А где же труба медведя? Он у нас квадратный. И труба у медведя тоже квадратная. Вот так. Нажимаем кнопочку. Па-бах! И медведь у нас тоже дома. Кто же у нас остался? У нас остался зайчик. Смотрите, он зеленый и треугольный. И труба у него тоже треугольная. Вот, зайчик, твоя труба. Так, нажимаем на кнопочку, поворачиваем. Вот такую штучку. Ба-бах! И зайчик у нас тоже дома. Поздно вечером бедный поросенок, заблудившись, нашел дорогу домой и вернулся в целостности и сохранности. Он удивился, что ребята уже дома. Они сказали, спасибо, поросенок, что ты построил такой теплый домик. Мы не замерзли. Простите меня, сказал поросенок, я заблудился. Но я тоже решил забраться вместе с вами через трубу. Мне стало интересно. Давай посмотрим. Поросенок у нас круглый, и труба у него, у его квартиры тоже, тоже круглая, вот такая. Вот так. Нажимаем кнопочку и отправляем поросенка домой. Ба-бах! Вот какой у нас домик и какие у нас дружные и находчивые друзья. Пока, дружок! Привет, дружок! Сегодня мы снова у фиксиков, и они решили изучать музыкальные инструменты. Смотри, что они принесли. Что это? Это барабан. Ударный музыкальный инструмент. А это палочка. Ого, какой хороший барабан. Раньше в армиях на нем играли солдаты. Вот так. Трам-тарарам, трам-тарарам. Послушай. Барабан не играет никакой мелодии. Но есть ударные музыкальные инструменты, которые могут сыграть даже мелодию. Вот что это! Ой, это же колокольчики! Это металлофон. А это кастаньеты. Смотри, две деревяшки. Вот и все. А это музыкальная шкатулка. Это же точно такая же штучка, как у папы Карла из сказки Буратино. Правильно, это шарманка. Крутится валик. Послушай. Он задевает металлические пластинки, получается мелодия. А как сделать самый простой музыкальный инструмент? Шумовой инструмент маракасы. Смотри! Нужно просто взять баночку, насыпать в нее горох или рис, и получается настоящий музыкальный инструмент. А теперь давай попробуем совместить маракас и металлофон. Что у нас получится? Послушай. А мы не догадывались, что с помощью обычной баночки, в которую насыпан обычный горошек, можно сделать настоящий музыкальный инструмент. Ну что, ребята, в следующий раз мы еще что-нибудь с вами исследуем и узнаем много нового. Пока! Однажды во дворе, откуда ни возьмись,
появилось два яйца. Одно и второе. И вдруг послышался треск. Кто-то стал вылупляться из яичка. Ой-о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 й. Кто же это? Кто это? Это маленький утенок. Вот какой желтенький. Вылупился. Ой, я вылупился, сказал утенок. А кто же в этом яйце? Кто-то вылупляется? Ой, что это? Вот кто это вылупился? Ой-ой-ой-ой-ой! Я вылупился! Это цыпленок! Привет, сказал утенок. Привет, сказал цыпленок. И цыпленок все стал повторять за утенком. Я иду гулять. И я. И они пошли гулять. Я рою ямку, сказал утенок и стал рыть ямку. И я, сказал цыпленок, и тоже стал немножко рыть ямку. Ой, кто это там внутри? Рыли они ямку, рыли, и вот на кого они наткнулись. Ой-о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 й-
Утенок первый погнался за червячком. Я поймал червяка! И я поймаю червяка! Сказал цыпленок и тоже схватился за хвост червячка. Но червячку удалось убежать от них. И тут вдруг появилась настоящая бабочка. Утенок подбежал и схватил ее. Я поймал бабочку! И я! Сказал цыпленок и тоже схватил ее. Но бабочка вырвалась и улетела. И тут ребята увидели настоящую, немножко страшную лягушку. Утенок смело подошел к ней, посмотрел и сказал: «Я не боюсь лягушку». А цыпленок посмотрел и сказал: «Я тоже совсем не боюсь лягушку». Но лягушка тоже ускакала от них. Она побежала к пруду. Лягушка с радостью прыгнула прямо в воду. Пинг! И исчезла в пруду. Ребята обрадовались, увидев пруд, потому что на улице было очень жарко. «Я иду купаться», — сказал утенок, «потому что я умею плавать». И поплыл по воде. Вот как. Вот как. А цыпленок плавать не умел. Но он все повторял за утенком. «И я иду купаться», — сказал он, прыгнул и... помогите, спасите! И скрылся в воде. Утенок, недолго думая, прыгнул спасать его. «Я спасу тебя, спасу!» Потянул его за волосы. «Эх, давай!» И вытянул бедного цыпленка. «Ой! Я чуть не утонул». «Ты что? Ты же не умеешь плавать», — сказал утенок. Они передохнули, и утенок сказал: «Все, я снова пошел купаться». А на этот раз цыпленок сказал: «А я нет». Видите, ребята, какой утенок оказался молодец. Он спас своего друга в беде. А цыпленок у нас был непослушный. Пошел купаться, хотя плавать не умел. Ай-яй-яй, цыпленок! И вы, ребята, обязательно всегда помогайте другу в беде. Пока, ребята! Пока! Привет! Сегодня Ам-ням принес свои игрушки. Вот они какие! Кто это Ам-ням? Обезьянка, кролик и птичка. А давай узнаем, чем по-настоящему питается обезьянка, кролик и птичка. А? Нам поможет волшебный карандаш.
Когда ответ правильный, загорается зеленый огонек. А когда неправильный ответ, огонек становится красный. Чем питается обезьянка? Давай посмотрим, ам-ням. Тут и яблоки, и мышка, и улитка, и много чего. А ам-ням думает, что это жареная курица. Нет. Ну, попробуй еще раз. Правильно, ам-ням. Это бананы. Обезьянка ест банан. Ам-ням, смотри, к нам пришла настоящая обезьянка. Она услышала про банан. Держи, держи настоящий банан. А что у нас кушает кролик? Ам-ням, ты думаешь, это пирожное? Но кролики его не любят. Да, это неправильный ответ. Ну-ка подумай хорошенько. Бананы? Нет. Морковка. Правильно. Кролик у нас кушает морковку. Тебе тоже нравится морковка, ам-ням? Молодец. Ой, кто к нам идет? Давай дадим ему морковку. О. Смотри, покушал. Молодец. Чем же питается птичка? Интересно. Ананасом? Нет, ам-ням. Может быть, улиткой? Опять нет. Ага, пирожное. Не пирожное? Тогда попробуем хлеб. Правильно. Птичка кушает хлебушек. Вот. Ам-ням, давай дадим ей булочку. Она обрадуется. Вот сколько мы сегодня интересного узнали. Правда, ам-ням? А? Пока-пока! Симка! Смотри! Какой красивый старинный бабушкин будильник. Ух ты! Точно! Ха. А ты разбираешься в числах? В часах, что ли? Нет. Я тоже. А давай научимся. Давай. Хочешь, я покажу тебе одно волшебное дерево. Пойдем. Пойдем. Давайте узнаем побольше о времени. А ты знаешь, Симка, что есть времена года? Их 4. Вот, желтая птичка показывает, что сейчас лето. Вот какие зеленые лепесточки. Когда осень, лепесточки становятся желтые, а зимой они опадают, и на дереве появляется снег. Смотри, коровка показывает погоду. Сейчас солнечно, потому что сейчас лето. Ну, летом бывает и облачно, а иногда идет дождик. Но летом не бывает снега, он бывает зимой. Как раз зиму показывает желтая птичка. Смотри. А это месяцы. Их 12. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июнь. А это дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Эта маленькая стрелка показывает, какой сейчас год. А вот, наконец-то, давай познакомимся с цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так далее. Вот какая стрекоза показывает нам цифры. Какое сегодня число? Смотри, Симка, а это циферблат часов. Вот они, цифры на часах. Это минутная стрелка.
она показывает, сколько минут сейчас. И это часовая. Она показывает, сколько сейчас часов. Часовая показывает 9 часов. А минутная стоит на цифре 12. Симка, а ты знаешь, что раньше время измеряли с помощью песка? Когда песок пересыпется, пройдет целая минута. Ух ты! Ну что, а теперь давай проверим себя с помощью волшебного говорящего будильника. Это говорящий будильник. Он поможет нам узнать время. Он сам скажет нам, сколько сейчас времени. Посмотри, Симка, это цифра 9. Ну-ка давай проверим. Это 9 часов. Правильно. А это цифра 4. Это 4 часа. Правильно. А это 6. 6 часов. Ну, а это у нас цифра 3. 3 часа. Симка, песок в часах пересыпался. Значит, наше время подошло к концу. Пока! Привет! Смотри, кто в гости сегодня к нам пришел. Это крот. Привет, ребята. Вот какой у нас веселый кротик в гостях. Крот, а что больше всего ты любишь делать? Я люблю играть. Играть? Во что? В шарики. В шарики? Вот в такие, наверное. Крот любит играть в шарики, веселиться и прыгать. Очень люблю. А вы, ребята, любите играть в шарики? Вот они какие здоровские. Шарики Орбис. Ну вот однажды крот вернулся домой и не вытер свои лапки и очень сильно наследил. Ой, кротик, смотри, как ты наследил сильно. Вон какие следы грязные. Что же нужно делать? Ой-о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 й. Наверное, нужно убраться. Да, да. Крот, скорее неси щетку. Угу. Вот какая у него красивая щетка. Смотрите, ребята. А я тебе помогу. У меня совок. Начинаем убираться. Давай. И шарики. И следы все сметем сюда, в совочек. Вот какой крот молодец помощник. Все помогает. И шарики. И грязь. Бабах! Еще. Молодец, крот. Но остались мокрые следы. Что же делать? Наверное, нужно принести швабру. Да. Неси швабру скорее. Давай. Вытрем пол. Вот как он умеет помогать. Я тебе помогу. Чтобы было чисто и красиво. В твоем доме. Вот как. Вот какой у нас крот-помощник. Крот, а тебе понравилось убираться? Да! А ты помогаешь родителям убираться? А? Молодец! Не забывай об этом. Пока, дружок, пока! Пока!